кнопочки все нажал? Я же водитель BMW. Давай, не переживай, все нормально. Как ты думаешь, сможет, нет? Боже мой. Ни хрена вы прикололись вообще. Мы сейчас как будем это делать? Объясни мне, пожалуйста. Юрий Александрович, все нормально, субариста вывезет. Вот на вас интересно посмотреть, что будет с вами. Я не представляю. Блин, ну, у меня нет слов вообще. Он Пихалыч. Ну, смотри, ну вот ты как думаешь, как ему это удастся все? Смотри. Да я... Опачки, опачки, опачки. И пошел сразу, он готов уже. Культовый, блин. Я не готов. Ребята, ребзя, Василий Павлович. Привет. Я искренне вас люблю и уважаю, понимаете? Но как бы вот эта крычелыга, она не для этого. Для нее поребрик уже оффроуд, понимаешь? Георгий Александрович, что ты сливаешься? Смотри, ты, у тебя уже, блин, почти что все колеса в снегу. Ты как сюда доехал-то? Я пока сюда заехал, чуть не кончил, честно тебе говорю. Поехали. Правильно. Там круто. Поехали. Блин, ты понимаешь, что же? Ты видел, нет? Вообще... Круто! А все видел, держит. Кстати, нет, стоп. Меня сейчас еще один интересует. Что? Че без клизмы? Ну, Георгий, начнем сразу клизма. Клизма чё это без клизмы? Исключительно европейский японский транспорт, который, знаете, стелится по асфальту. Идите в задницу, знаете, ребят, значит, суть-то в следующем. Вот эти вот два оболтуса, вот они. Утром позвонили, говорили, Георгий Александрович, тут, значит, ну, недалеко, поехали, как бы испытаем подвеску полиуретан, как бы на Субару. Тебе же интересно посмотреть, говорили они. Приезжай на Иксе. Я приезжаю, и тут вот такая вот хрень. Самое главное, сам предлагал. Дай я попробую. Так, пожалуйста, да, давай попробуем. У меня нет полиуретана. Так ты на моей потом И у меня катаешь. Машина не для этого. Ну ничего страшного, надо же проверить. Да. На что способен BMW говно? Четвертый цилиндр мы знаем, что не готов. А вот все остальное. У тебя же есть блокировки, сухи. Да? Что? У тебя же должно быть что-то для оффроуда. Блок какой-то там. Что у меня есть для оффроуда? Я не знаю. Ну, BMW. Выключить антипробуксовую систему. Ну, блин, у меня, смотри, вот у Палыча тракторные колеса, вот они. Ну да. Вот они, тракторные колеса. У Георгия Александровича нет тракторных колес. Ну, ничего страшного, это будет веселее. Короче, ты первый культовый. Да, пожалуйста. Все, поехал. Да. Георгий Александрович, почему-то я вообще не сомневаюсь в Субарисе. Вот мне про тебя вот что-то стрёмно. О, с рыбачком-бачком пошел аж. Ну, ничего, нормально, да. Ну, смотри, тут, оказывается, все просто. Давай за нами. Ладно, давай, спускаюсь. Василий Павлович, дай пятюню, ты красавчик. Ну, что, давай там. Давай. Скажи, как будешь готов, чтоб я не умер со смеху. Сейчас поугараем. Блин, ты как думаешь, вообще BMW говно вывезет? Трекшн-то выключается, ё-моё. Трекшн. Скажи, что. Давай, дедуля, поехали уже, хватит время тянуть. Водители BMW не созданы для такого оффроуда. Интересно, его насколько? Его как буком тебя потащит, интересно, нет? Не знаю, не знаю. Знаешь, что сам? Ну, конечно, не уборку. Георгий Александрович, протектор, помни, протектор забивается. Тренд с протектором, я в газу на бензин перешел. Зачем? Зачем ты перешел? Пока не знаю, но интуиция подсказывает, что надо. Ну смотри, я нормально спустился, что ты? Все только начинается.
Сергеевич, у меня даже есть кнопочка. Какая? Кнопочка спуск с горки, но я еще ее не использовал. Ну пока не надо, если, после детские если, горочки. Если начались. Я на своих вот этих, знаешь, практически сыликах вообще зимних заеду вот на ту горку вообще. Да, кстати, горка-то высокая, там вообще такая нормальная. У нас, кстати, вот первая горка будет твоим испытанием BMW, это вот эта горка. Я видел, как здесь квадрики поднимаются, так что говно живи. Георгий Александрович, вот эта горка. Мы с Борисом здесь постоянно катаемся, блин, вообще ништяк. Василий Михайлович, я искренне рад за тебя и субаристов, но, понимаешь, это не Субару, понимаешь? И здесь как-то немножечко скользенько, понимаешь? И на моих колесах, как на лыжах. Да ладно, все нормально. Чего ты очкуешь? Поехали, господи. Ну, я правда очкую. Ну, что очкуть-то? Нет, давайте хотя бы... Кинем камень. Георгий Александрович, какой кинем камень, ножницы, бумага? Тут горка в полтора землекопа. Нет, подожди, нет, стой. Хорошо, хорошо, давай. Хорошо. По-мужски, я бы давай, назвал, подожди, по-мужски решим вопрос. Давайте, да, камень, ножницы, бумага. Давайте, давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ладно, давайте еще раз. Все хорошо, еще раз, все нормально. Ну, рожи сделайте нормальные. Давайте, давай, Сергей, читай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, великий чпок. Едь перед первым. Ну, давайте хотя бы два из трех кинем, нет? Не-не-не-не-не, что ты съезжаешь? Нормально же общались, что ты? Поехали, давай, давай. Сухи. Ладно, все, я поехал. Давай, Георгий Александрович. Давай. БМВ? Антипыч, прости. Да. Все вопросы на завод БМВ, если что, сразу. Ты там... Георгий Александрович, мы на связи, поехали. Может, еще раз кинем? Не-не-не-не, давай. Что там? Кнопочки все нажал? Я же водитель BMW. Давай, не переживай, все нормально. Как ты думаешь, сможет, нет? Разгон хороший взял. Ну, главное, да, главное разгон взять, и тогда будет все нормально. Давай на фоне, прям вот так стой, да, и будем как BMW. Поперло. Георгий Александрович, четвертый цилиндр, помни. Слушай, забрался, да. Поехали. Эти возгласы великие. Георгий Александрович, ты красавчик. Еще одна шоколадная медаль тебе. Давай, Василий Павлович. Ну что, поехали. Ну давайте, приматы, покажите, на что вы способны. Смотри и учись. Сколько на спидометре? 80. 80 километров в час. Тормози, сейчас убьемся, режиссера. Георгий Саныч. Георгий Саныч, 80 километров в час, а? И тут всего сколько? 4 у тебя, да, цилиндра? Да, да. Вот, понял, да, как надо? Вот так, а ты ссал. Друзья, давайте мы сейчас просто возьмем по кольцевой машине и отправимся на кольцо. Я не люблю оффроад, в принципе, с детства. Ну, Георгий Александрович, у меня, вот мы сейчас, короче, вниз спустимся, у меня для тебя небольшой такой подгончик вообще суперский будет. Тебе еще больше понравится. Можно вопрос? Да. Мы собрались что, как бы, потестить новую подвеску на Субу или от морально уничтожить Георгия Александровича? Георгий Александрович, мы здесь потестим твою машину с моей. То есть, ну, в принципе, все нормально. А когда мы перейдем на более другое место, там ты можешь уже сам покататься и потестить подвеску лично за рулем. На Субару. На Субару. А, им нравится. Я очень хочу. Василий Павлович, а если что-то пойдет не так? Ой, ничего страшного, у тебя же есть крюк, а у меня веревка. Георгий Александрович, красавчик. Да, нормально, да? А что, мне нравится. Спускаемся с горы. Погнали. Георгий Александрович, я тут подумал, что нам надо устроить оффроуд на клизме. Это же будет топчик. Георгий Александрович, вам надо, да, чтобы ножки обступили? Ты хочешь, чтобы увидеть еще одна машина появилась? Не-не-не-не-не, что ты боишься? Фу. Кстати, да, Раз Сергеевич, у меня есть одна очень интересная кнопочка, давно хотел ее испытать. Да, сейчас, Василий Павлович, потерпи, мы учимся управлять автомобилем. Давай. Короче, спуск с горки. О, слушай, офигенная кнопка. Никогда не пользовался. А, сейчас трещать все будет. Ну, погнали. Короче, я хочу сказать, что сверху выглядит страшнее, чем снизу. А у тебя вопрос. Ну, мы сейчас как раз посмотрим, как работает. Ты просто отпускаешь педаль газа, и она катится? Ну, теоретически, да, Палыч, ты бы сейчас за мной не ехал.
А, пожалуйста, от вас, от субаристов, просто можно всего ожидать. Вдруг ты сейчас по соседней дорожке, как лыжник, блин. А он могёт, он могёт. Вообще. Да. Поехали. Поехали. Так, давай. Нажал кнопку спуск с горы. Есть, вот она. Вот она. Горит. Так. Погнали. О, смотри, я педали, вон ноги, смотри, я педали не трогаю. Педали отпустил, красавчик. Так, смотри. Не мешай, BMW сама с горки скатывается. О, видишь? Видишь, как она, да? Так, так, так. Она просто лысые колеса как бы наши. О, трещит. О, начинает разгон брать. Вот она тормозит. Едем, ёпта. Юрий Александрович, держи ровно руль, нельзя поворачивать. Надо ровно, блядь, надо ловить это ведрище, понимаешь? У нас колеса все, что слики боевые. Палыч, здесь борьба автомобилей как бы и дорожных условий идет на лысых колесах. Офигеть. Капец, как она у тебя трещит. Вообще просто, представляешь, да, это, она сама так по колесам тормозит. Да, видишь, да, она мигает, да, мигает, да, мигает лампочкой. Ага, то, что типа я, все, я спустилась. Вообще чётенько. Все, давай, а теперь дальше. Теперь можно... А, да ладно, Георгий Александрович, тормози, я уверен, Субару в BMW нет. Георгий Александрович. Малыч, все получилось, надо же, BMW сработало. Тут как бы скользенько, давай такой остановись. О, вообще отработало. Обалдеть. Пойдем. Во, а теперь смотри, как не надо делать. Давай, давай одноглазый. Блять, он остановится, нет? Не знаю. Да. Да, да, один. Смотри, пошел разгончик брать. Ёпта. Ух ты, посмотри. Вот функция у Субару этого. Еще здесь блокировки. Смотри, он прыгает в припрыжку. Оп, фара заработала. Тихо. Палыч, когда едешь, у тебя лампочки ксенона охреневают. То одна, то другая погаснет. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Ну, у тебя теперь две горят. Все нормально. Нормально, хорошо. Поехали дальше. Поехали, поехали. У нас еще столько там мест есть. Можно я на судьбе покатаюсь, когда мы до места дойдем? Да, только мы переедем на другой спецучасток, который помощнее, чем этот. О-о-о. И там можно будет поджигать. Я знаю, здесь недалеко моечку. Может быть, мы типа сейчас заедем на моечку, там оставим, поедем на судьбе. Нет. Я понял, нет. Ну, во всяком случае, стоило попробовать. Ну, по крайней мере, вы знаете, какое у меня желание, Георгий Александрович, очень поехать на судьбе. А, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Суки. Павлович, у тебя патологическая тяга к холмам, что ли? Георгий Александрович, смотри, там есть холм, вон там вот есть холм, там есть поле. Все, что нужно. Поля, холмы, дороги, бездорожье, грязюка, снег, все есть, все мягко. Антипычу, пора на мойку. После первой кочки. Ну, конечно, посмотрите, он такой грязный никогда не был. Посмотри, какой особо чистый. Ну, кстати, обратите внимание, пожалуйста. Да. Я no comment вообще. Вообще ни единого коммента. Почему так вышло, я не знаю. Но я знаю, что теперь надо, блин, и мойку вообще, и даже химчистку надо его порадовать. Потом порадуешь. Давай засадим что-нибудь и поедем покатаемся. Да, давай сейчас вот икса вот здесь вот засадим. Тут как раз для него. О, нормальная глубина. Да. Хорошая. Все, и поедем тестить подвеску. Антипыч, отдохни. Слава богу, их заставили. О, вот как оно ездит с субаристом. Очень, да, очень. Да. Так, кочки. Форсируем горку. Павлович, у тебя в багажнике много пожитков? Нет, ничего больше. Нет, ну и слава тебе. Ой, Субару. Как тебе горечко? О, елочки, как красиво. Можно всех присмотреть, пока я тут... Погоди, давай выйдем, осмотримся вообще. Давайте, пацаны. Ё-моё! Ветер. Ну ты посмотри, какая красота. Ребят, у нас тут ветер, поэтому, пожалуйста, вы уж простите, потерпите, но вот эту красоту мы просто обязаны вам показать. А что там? А, это какие-то штуки-дрюки? Кони. Вот, кони бегают. Там. Кони бегают, да. Субару против коней. Круто. Да. Ой, сейчас ветер. Супер круто. А вон Питер. Да, я попробую, Павлович. Пожалуйста. Да, Юрий Александрович, давай мы тебя здесь подождем. Я почему-то не хочу с тобой ехать. Давай. О, боже мой, что так будешь делать? А за что-то, а?
за что вы меня так не любите? Д вот Павлович, здесь. Где у тебя сиденье регулируется? Не достает. Чё, да блин, надо же удобно сесть. А чё у тебя не электрические сиденья? Потому что это Субару. Зачем ему электрические сиденья? Господи, кто ее придумал? Так. Как на ней ездить-то? Вот так, теперь, да. Сейчас мы заднее. Вот. Вот так вот это будет у нас вперед, да? повышенный спорт-режим. А-а-а. Сейчас вот так, как сейчас. Сижу. Сергей, что, ну, можешь подрегулировать все зеркала нет, под себя? Я правда не вижу в этом особого смысла. А что ты хочешь увидеть в оффроуде в этих зеркалах? Я не понимаю. Не, ну я привык, понимаю, чтобы сесть, как бы ехать, конечно. А, ну давай. Спинку подвинуть. Нет, Симон, смотри, смотри, смотри. О! Я не вижу низа. Кстати, а ничего. Нормально? Тянуется? А, нет, смысл в том, что. Блин. Как едет, да? Да. Только не БМВ так не поедет. Направо поехал. Направо поехал. Право это там, где руль, да? Ну, правая, там, где правая рука, не левая. Направо это же, ну, поехали. Ну, поехали, вперед вот туда. Антипыч. Вот где человек на горизонте. Подает признаки, что видишь, типа все горит. Видно, видимо, ветер. Вот, где человек, прямо вот туда едет. Где человек? Да, вон человек, поехали прямо. Что ты? Пожалуйста. Да, так, да. Ну не спеши, как бы почувствуй машину сначала, а потом. Да. Я никогда не любил Субару. Вот спорим, вот эту дырку субаристы пробили. Прогрызли вообще. Бамперами и вот перед желтым знаком налево. Офигеть, Георгий, сам смотрит. Слушай, а подожди, а сильно не жестче было? Включи спорт. Блять, где у тебя? Ну, он так, да. И на себя. И на себя. Минус. Это первое, да? А он еще и спорт включал. Да. А ну ты как думаешь, он же мести должен. О, елочки, близко. Суба. Пошла. Но я хочу сказать, что вот для такого говна Суба лучше, чем X5. Но... Вообще во много тысяч раз. Налево. Да? Георгий Александрович, знаешь, что тебе дороги не нужны. А вот там колея какая-то прям дерзкая. Палыч, что? Возьми, да просто проедь. А, вот здесь все? Да, вот здесь прямо. Палыч, что-то пойдет не так. Ну, проедь. Ну, вот так вот, здесь. Вот. Там вот. Мы хрен проедем. Ну, вот так отсюда возьми угол больше и проедь. Пожалуйста. Ой. Вот так вот я хочу. Вот так. Вот то есть так. Там бы, смотри, какой фиг. Не, ну там посмотри, там. Ну, да! Но если субарист говорит, базара нет, Василий Павлович. Стой, подожди, нет, стой, подожди. Давай бы нет. Стой, давай я выйду и, блядь, со стороны это покажу, как это должно быть. Тачка Палыча, пускай он это исполняет. Пускай, да, подожди. Пускай, ну, давай. Сейчас я вернусь. Да, вернись. Ух, как жарит особо. Ух, то ли пухан у меня уже горит от всего этого. Это какая в двигателе? Уже все перегрелось нахрен. Нет, смотри, 100 градусов. Соточка, все нормально. Давай! Георгий Александрович, ты еще далеко. Ой, на солнышко вышло. Не, а она на самом деле, ну, слушай, хорошо. Ну, давай, вот так встань. Я сейчас, чтобы Палыч, вот смотри, как четенько. Вот, подожди, давай. Надо это просто показать, все это дело. Так. Ну, смотри, ух ты, ёкарный бабай, ух ты, ну, вот просто смотри. Посмотри. Да. Да, на это все. А? На вот этот уклон, вот смотри, вот. Тихо, Сергей, сюда иди. Подожди, давай. Посмотри. Как это было близко. Василий Павлович, я теперь понимаю, почему ты так часто бампера меняешь. Вы как эти самые, как ичкуны какие-то, что за коротышка здесь сидел? Давай, садись. Да, Тарас Сергеевич. Ну давай поговорим об очкунах. Присаживайся сюда. Давай, Тарас Сергеевич, назад, я сейчас вас прокачу. А что ты не хочешь пустить Василий сексолога? Павлович, я как-то хотел. Сейчас сексолога я пущу. Пустишь, да? Тихо, мне? Дай дверь закрой, блядь. А вот теперь как надо, сейчас мы окошечко закроем. Ух ты. Ну, хорошо, что Василий Павлович потолки высоко. Я понял, зачем у него высокие потолки. Когда ты прыгаешь, чтобы... Уху! Когда прыгаешь, чтобы головой не биться. Зачем, говорит, Субару, блин, это самая дорога? Вот по бездорожью, по горам, пожалуйста. Ай, культовые чокнутые животные. Мы же почти как на квадроцикле. Да уж. Это самое. Вот дорожка, вот, пожалуйста, поехали. Палыч.
Вот так, аккуратненько сейчас спустимся. Давай, аккуратненько. Оп. Жидкий кузов, как вы говорите, плохо справляется. Нет, он его хорошо справляется, только потому что... Повторяет контур дороги. Контур дороги, да. И все, это дает все здесь знать. Павлович, здесь Стопы. Газ, надо быть осторожным. Да, хорошо. Вот камень, суба-камень. Отлично. Что сюда входить? Не, нормально, здесь хорошо. Друзья, я беру свои слова назад насчет троллинга Subaru. Ты все понял, да? Не, ну она как бы вот на такой местности она ведет все лучше, чем BMW. Так, что там у нас? Где там у нас? Ну это принципиально разные машины. А, вот здесь, да? А ты сюда хочешь? Да, да. В лес? Не, мы же вот так вот. Какая, по полям едем, все нормально. Все. Ой, кто нам звонит? Что это за звуки, Василий Павлович? Вот, а смотри, вон. Ну, Антипыч, привет. Антипыч, отдыхай, красавчик. Вот, смотри, вот здесь вот вообще нормально. Елочку не задави. Не задавлю. Смотри, здесь вообще перепаханное поле, и как бы смотри, как Суба себя чувствует. Смотри. Давай. Раз. Раз, о, раз, а? Раз, о. Раз, раз, все, едем дальше. Боже мой, Василий, что ты творишь? Ну и пятачка, может. Пятачка. Пятачочка. На спаха на поле. Скажи, а ты у бабушки на даче также огород пахаешь? Я обычно только картошку собираю с огорода. Вот такие культиваторы ставишь такие на колеса и дын-дын-дын-дын-дын. Ну поехали, Тарас Сергеевич прокатится. Картошка, ты где? Катафан. Тарас Сергеевич, если сильно хочешь покататься. Да, давай, садись, Тарас Сергеевич. Самое безопасное место за водителем. Я надеюсь. Там уже потолок от моей башки не осталось. Ничего. Василий Павлович. Да, Георгий Александрович. Чего ты не наклеил? Кого? О. У меня есть. А, есть? Да. Так, это плюс 20% к скиллу. Вот, так, давай. Куда? Ну вот, на горку. Что ты делаешь? Давай, Ара, давай куда хочешь, только в другую сторону от Антипыча. Ты сейчас мне это, ты три иконки, что ли? Я тебя прокачал. Куда? Так. А поехали вот туда. Туда, поехали. Василий Павлович, да. Я хочу заметить, что страховка не распространяется на подобного рода дизайн. Ну да. Подожди, куда? Едь вот, дорога-то прямо у тебя. О, сейчас Суба огонь. Слушай, вот это он сними. Не-не, пусть все будут видеть его руки на руле. Я не хочу отпечатки пальцев вставлять, потом пришьют еще что-нибудь мне. Лучше так. Вообще нормально. Ну, хорошо, да? Отлично, дальше. Направо, вниз. Направо, вниз. Поехали направо, вниз. А вообще нравится. Хочу себе такое собак. А помнишь, как ты папал на вот? Погнали. А на этот аутбэк. Аутбэк, интересно, так смогет? Конечно, это то же самое. А, то же самое? Да. Только пониже. Тетенька. Тетенька. Блин, я хочу ралли. Я хочу поучаствовать в ралли. Поучаствовать. Тарас Сергеевич, поучаствуй. Тарас Сергеевич, дальше у нас идет не очень хорошая дорога, так что не спеши. А, я понял. Дальше не Суба дорога. Хорошо, включаем Георгий Александрович. Просто. Да, водитель примерно так едет, у него все хорошо, тут все пиликает, там все трещит, и все, и мы едем. Неблагодарные суки. Будь осторожен, я бы лучше здесь развернулся, потому что здесь уже жидко. А, уже, да, уже. Так, подождите, Тарас. Давай. Подожди, надо выйти. Неплохо. О! Нас просто вытаскивать некому, поэтому мы туда не поедем. Василий Павлович, не проедешь? Не, у меня просто же не болотные покрыхи, поэтому я бы не взял эту высоту. Налево уходит. Вот так налево, вот туда, куда она ведет? В березку. В березку? Да, да. Мы березки любим. Ты что, без рук его-то включаешь? Тарас Сергеевич, разворачивай. Ну что, Георгий Александрович, съел, да? Че, съел-то? Че, ну, съел? Как тебе, да? Так, я всегда говорил, что X это дорожная городская машина. Вот если бы мы с Василием Павловичем поехали где-нибудь на колечко, не кольцевую автодорогу, а на гоночный трек, тогда было бы все иначе. Потому что рулит все вообще четенько X5. Благодарочка. Но на самом деле, ради очистки совести, Василий Павлович, я хочу сказать, что ну реально как бы.
на бездорожье Subaru рулит. Ну реально. Ты почувствовал, да? Я почувствовал, ну это реально круто. Я вот раньше искренне относился к субаристам скептически, но думал, чертовы субаристы, бу-бу-бу в голове. Но теперь я понимаю, почему у вас это происходит, потому что Subaru может. Subaru может, а их, кстати, так не может, так как Subaru. То есть ты хочешь сказать, что тебе понравился конфиг с оренблоками точки опоры, и ты считаешь, что это, ну, не очень жестко? Я тебе хочу сказать, но... что X жестче, чем у тебя сейчас Suba. Потому что мы попрыгали по этим буеракам. У меня, ну, я ездил, ну, ехал на Subе, на X. Я хочу сказать, что X жестче. Возможно, это из-за колес. Возможно, да, из-за резины. Потому что у меня, ну, вообще просто... У тебя поменьше, ну, тракторная, да. А, хорошо, что не ранфлет, Тарас Сергеевич. Георгий Александрович. Честно? Я не шарю. Неплохо. Вот вкусно. Ну, я тебе расскажу. Да. Я когда XA купил, значит, он был на ранфлете. Это вообще, ты едешь как на катке. Я не знаю, просто вообще нафиг эти колеса придумали, но ранфлет вообще никому на кирпичах, не... Да, да, на кирпичах. И вот еще что. Есть нюанс. У нас же на самолете, в верхних рычагах тоже стоит полиуретан. Да. Чё, так, и как бы я об этом забыл, и на самом деле самолет нормально едет. Короче, резюмируя, мы сегодня всю вот эту вот историю испытали. И я хочу сказать, что на Антипыча будем ставить полиуретан. Блин, везде. Он везде, всюду, куда найдем, поставим полиуретан. Вот стопудово. Потому что, ну реально, как бы по всем буеракам мы прыгали, и на Субе все нормально. Окей. Так что, Алексей, ждите от нас сообщеньки. Ну, напишем. Какой Алексей? Горячо! Какой Алексей? Алексей с Владивостока. Люблю Владивосток. Точка опоры. А, то есть ты в интимной связи, да? Ну, не в интимной связи, а в дружеских отношениях. Да, да, я понял. Все. Значит, Леша, точка опоры, привет. Значит, ссылки в описании на нормальные полиуретановые сайлентблоки. Потому что у нас, кстати, в комментариях был очень большой дикий срач. Насчет того, что полиуретан жестко, и вся эта говна, он вылезает и прочее. Значит, видимо, полиуретан тоже как-то делают порой некачественные конторы. Ну, слушай, есть же и такие, и сякие, и всякие разные. Да, короче, полиуретан точка опоры рулит. Да. Ссылки в описании. Ссылки однозначно. В описании. Суба рулит. Будем ставить. Она так рулит. Пацаны? Если бы сам не рулил бы, не знал бы. Парень, пацаны, который ездит на Мицухе. Да. Ты реально, ты сегодня вообще пешком пришел. А и сидишь тут, жрешь, понимаешь, те самые сосиски уже восьмую, и все равно. Вот смотри, Георгий Александрович, я пришел пешком, вот видишь, сколько я сэкономил, понимаешь? Сухо. Ну, теперь могу себе позволить сосиску. Короче, я вас, мои японские братья, вызываю на бой. Ой, кажется, сейчас будет. Мне кажется, да. Сейчас я вас вызываю на бой. Мы берем какую-нибудь асфальтовую трассу. Берем какие-нибудь одинаковые машинки. Одинаковые. Насколько одинаковые? Насколько это возможно. Георгий Александрович начинает вас просто наказывать на асфальте. Вот так вот, так и боженьки. Я, конечно, не кольцевик и не спортсмен, но я джигит. Это будет твоя основная проблема. Я принимаю вызов. То есть мы тебе дадим два шлема. Один туда, другой сюда. Слушайте, а вот мы не писали официальным дилерам Mitsubishi. Может, они что-нибудь могут предоставить для Тараса Сергеевича на кольцевые гонки? Вообще, да. Так. Да, давайте. Зачем ты меня завел? Давайте просто им скинем видео, как Тарас Сергеевич сжег самолет и сломал на нем коробку. И посмотрим, что они нам предоставят. Георгий Сан. Скидочную карту на обслуживание. Твоя сосиска. Отдай, моя, да. В общем, друзья, всем мира, добра, удачи. Subaru действительно рулит. Всем очень полезные ссылки в описании. Но Offroad был прикольный, но я хочу сказать, что Offroad вообще ни разу не для X5, 9, них. Но, к слову сказать, даже на гладких колесах Антипыч не сдался. Он... Ага, видели, мы как-то с горочки спускался. Это электроника. Юзом туда, юзом сюда. Это электроника. Чун-чун-чун-чун. Все притормаживал. Я вообще ничего руками не делал. И вообще не отпустил, ручки отпустил, и глаза закрыл. И с горочки. А BMW доехала, понимаешь? Да не люблю я вообще этот оффроуд. Я люблю асфальт. Ну ничего. Асфальт будет, и покажем тебе. В коробочку возьмем. Давайте на деньги. В коробочку мы тебя возьмем. Я тебе покажу, как из коробочки выезжать. Тарас Сергеевич, ты помнишь, как ты, блин, проиграл немножко денежек на пит-стопе? Ну, зачем ты напомнил? Короче, едем в следующий раз на деньги. Хорошо, что в этот раз не на деньги. Георгий Александрович, сэкономил. Ладно, всем добра, удачи. Я буду сосискивать, пока с X-Lock не заточу. Пока. Сейчас ссылки выпишу. Вот такой.